Пиздиться Коронин, Губка, Попик, Зе, он реально умер, банда! Ты видишь эту жесть, да, Настя? Да, ничего себе! Здесь Спанч Боб настоящий! И банда, буквально пару дней назад я нашел и раскопал могилу мамы Длинные Ноги! То, что я там нашел, у меня все еще не укладывается в голове! Там был реальный скелет мамы Длинные Ноги и вещи, связанные с ее жизнью! После этого видео неизвестный мне написал, что знает, где находится могила Губки Боба и Зе. Я все еще не могу поверить, что это существо каким-то образом смогло умереть. Но мне теперь очень интересно, как же он погиб, и я хочу найти его могилу. Ведь немного ранее со своего подводного дрона я снял реального Спанч Боба. Советую посмотреть вам это видео. Именно поэтому, банда, давайте на этом видео наберем 20 тысяч лайков, и я оживлю этого Спанч Боба и Зе. Так что, бандит, скорее ставь лайк, а также чекай описание, ведь там ссылки на все мои социальные сети, где я общаюсь с вами, банда. А еще там иногда выходит секретная информация про разных монстров. Так что, бандит, скорее ставь лайк, чекай описание, а мы тем временем ищем могилу Спанч Боба. Погнали! Так, банда, мы уже отправляемся на место, где захоронен настоящий Спанч Боб и Зе. Я просто не могу поверить, что он реально погиб, ведь зачастую Зе-версии монстров бессмертные. Мне еще интересно, как он захоронен. Ведь мама Длинные Ноги была захоронена на настоящем заброшенном кладбище. Я реально без понятия, кто и как вообще мог его убить. На всякий случай я взял с собой доску Уиджи, чтобы связаться с его духом. Эту доску я 3 года назад купил в Даркнете, она меня ни разу не подводила. Поэтому давайте быстрее найдем его могилу и свяжемся с ним. Итак, банда, мы уже почти на месте. Метка ведет куда-то сюда. И посмотри, что это? Господи. Здесь какое-то надгробье, ты видишь? Да. Тут есть какая-то табличка. Здесь захоронен Губка Боб и Зе. Он реально умер, банда. Я просто не могу поверить, что монстров хоронят как людей. Ты видишь эту жесть? Здесь еще есть какие-то цифры. Похоже, что он родился в 1958, а умер в 2022 в этом году, банда. Я просто в шоке, он реально погиб, кто-то смог его убить. Тем не менее, мы обязательно с ним свяжемся с помощью доски Уиджи. Но для начала давайте исследуем территорию вокруг, может быть, мы что-то найдем интересное. Я просто в шоке, банда, от всего этого. Мы обязательно должны узнать причину смерти, кто его убил. Но для начала исследуем территорию, может быть, тут что-то будет лежать интересное. Возможно, даже какие-то следы убийства. Тем не менее, я вроде бы пока что ничего не вижу. Что это, ты видишь? Это ананас Спанч Боба, посмотри! Ничего себе! Что это за жесть, банда? Что он вообще тут делает? Я просто в шоке. Получается, что тут реально захоронен Спанч Боб и Зе, иначе бы ананаса здесь не было. Похоже, мы на верном пути, что-то здесь можем найти. Давайте просто продолжать наши поиски, мы должны узнать его причину смерти. Ты видишь это растение? Что с ним? Здесь какая-то кровь или что это? Господи, да! Просто посмотри, это реально кровь, ты видишь? Да. Неужели это кровь Спанч Боба, банда? Я просто в шоке, ты видишь да, это? Да, это точно кровь! Его реально кто-то убил, вот черт, здесь тоже есть какая-то кровь, посмотри! Господи! Я в шоке, банда, просто гляньте! Это такая жесть, Спанч Боба кто-то убил, но кто это мог сделать? Я всегда считал, что он просто самый сильный монстр и бессмертный. Но продолжим наши поиски, возможно, мы сейчас узнаем. Что здесь произошло, ты видишь? О, просто господи. Посмотри, как все разорвано. Как будто это поле боя, здесь кто-то дрался. И глянь на это. Что это? Здесь много крови, посмотри, это кусочек Спанч Боба и Зе. Да. Ты видишь, это его часть тела. Получается, ему кто-то его оторвал. Я просто в шоке, здесь все в крови, банда. Вы только посмотрите на эту жесть, черт, фу. Это так отвратительно! Теперь мы на 100% уверены, что это не какой-то фейк, там реально захоронен Спанч Боб и Зе. Давайте продолжим наши поиски, мы должны узнать, кто его убил. Что это такое? Господи! Это же серп, и посмотри, он в крови! Я просто в шоке, банда, здесь тоже кусочек Спанч Боба, он в крови! Похоже, что этим серпом ему пробили тело, и поэтому здесь остался его кусочек, банда, просто глянь на эту кровь! Она выглядит довольно свежей. Как будто его совсем не
недавно убили. Что это такое? Посмотри. О. Здесь что-то лежит, ты видишь? Да что это? Это топор, и он полностью в крови. Господи. Похоже, им также пользовались, чтобы убить Спанч Боба. Просто глянь, сколько здесь его частей тела. И здесь какой-то черный мешок. Погоди. Неужели его убили, а потом замотали черный мешок и просто закопали? Я не знаю ни одного монстра, кто пользовался бы топором. Возможно, это даже какой-то человек, потому что мы находимся недалеко от поселка. Может быть, какой-то местный фермер испугался Спанч Боба и Ксейна, бросился на него с топором. После чего просто его убил. Ты видишь, здесь все в крови. Это жесть, банда. Просто гляньте на это. Давайте теперь свяжемся с ним через доску Уиджи и узнаем, кто это сделал и почему. Итак, теперь мы 100% знаем, что Спанч Боб и Ксей захоронены именно здесь. Я просто в шоке. Его тут убили, сразу похоронили на месте. Просто закопали. Давайте с ним свяжемся через доску Уиджи и узнаем, кто это сделал и почему. Я реально без понятия, кто вообще мог его убить. Просто посмотрите, как это крипово выглядит. Тем не менее, Настя, нам с тобой нужно произнести одно заклинание 3 раза. Мы должны сказать: заблудший дух Спанч Боба и Ксей, прерви покой, свяжись со мной. Ты готова? Да, хорошо. Окей, тогда давай это сделаем. Заблудший дух Спанч Боба и Ксей, прерви покой, свяжись со мной. Заблудший дух Спанч Боба и Ксей, прерви покой, свяжись со мной. Заблудший дух Спанч Боба и Ксей, прерви покой, свяжись со мной. Итак, банда, после этого он должен привязаться к этой доске Уиджи. Давайте зададим ему первый вопрос. Спанч Боб и Ксей, здесь правда захоронен ты? О, черт, банда, посмотрите, оно само тянет, ты видишь? Я просто в шоке, он ответил да! Здесь реально захоронен Спанч Боб и Ксей, я в шоке! Его просто убили, сразу похоронили, это такая жесть, я реально в шоке, банда, мы смогли его привязать к доске Уиджи! Давайте зададим ему теперь 2-й вопрос. Спанч Боб и Ксей, тебя убили? О, черт, банда, просто посмотри на это, ты видишь, оно само тянет. Я в шоке, банда, он ответил, да, его убили. То есть он не сам умер своей смертью, его реально кто-то убил, это полная жесть, банда, я просто не могу в это поверить. Давайте теперь у него узнаем, зачем и чем его убили. Спанч Боб и Ксей, чем тебя убили? О, черт, банда, посмотрите, буква Т. О. П. Р. О, топором, банда, его реально убили топором, все как я и говорил. Это просто жесть, я все еще не могу в это поверить. Спанч Боб и Ксей, кто тебя убил? Давайте узнаем самое главное, посмотри на это. Х, О, Р, О, Аш, И, Е. Хороший, что это значит? И он снова куда-то тянет. Т. Б. О. Е. Н. И. К. Хороший двойник. То есть обычный Спанч Боб, банда, он его убил. Погоди, она сама двигается, что происходит, банда, посмотрите. Я. У. Б. Что это за жесть, банда, я не понимаю. Я убью, кого он собирается убить? В. А. С, я убью вас, он хочет убить нас, Настя, это полная жесть, черт! Нужно быстрее раскопать эту могилу и узнать, что там лежит! Как думаешь, здесь реально захоронен Спанч Боб и Ксей? Думаю, да, вряд ли бы дух нас обманывал! Тем более, мы сейчас все равно его раскопаем, нужно быстрее это сделать, пока зомби Спанч Боба и Ксей не вылезла с этой могилы! Я просто в шоке, он, будучи мертвым, все равно нам продолжает угрожать! Давайте быстрее его раскопаем, банда, мне просто в это не верится, глянь, какая здесь рыхлая земля. Да. О, черт, банда, просто посмотрите на эту жесть. Что это? Здесь какой-то пакет, ты видишь? Да. Такой же пакет мы видели там. Получается, что это Спанч Боб. О, черт, банда, я просто в шоке. Посмотрите ничего на себе. Это. Ты видишь эту жесть, да, Настя? Да, ничего себе. О, черт,
Панда, я просто в шоке. Нужно быстрее разорвать этот пакет и посмотреть, кто там лежит. Просто жесть, Панда, вы готовы? Черт, просто глянь на это, ты видишь? Здесь Спанч Боб настоящий. Я просто в шоке, Панда, посмотрите на этот ужас. Ты видишь, вот кости. Это просто жесть, Панда. Глянь, тут тоже видно кости, его реально убили. Я просто в шоке от всего этого, Суприм Панда. Вы видите, какую жесть мы сегодня нашли? Просто глянь на это. Здесь у него нету в голове ничего, как будто прорубили топором, ты видишь? Просто полная жесть, Панда. И посмотри, он уже начал разлагаться, ты видишь эту жесть? Я в таком шоке, просто глянь на это, здесь и нога тоже. О, черт, Панда, это такая жесть, это реальный Спанч Боб Икзе, только мертвый. Я просто не могу в это поверить, неужели это все? Погодите! О, черт! Смотри, ты видишь? Что это? Здесь что-то есть! Давайте его также раскопаем! Просто посмотри, это какой-то сундук! Неужели здесь захоронены вещи, которые были с ним при жизни? Давайте его достанем и посмотрим, что там! Просто посмотрите, какой он огромный и тяжелый! Черт, ты видишь, это жесть! Итак, я открываю, ты готова? Да, давай! Просто жесть, Панда, очень тяжело! Посмотри на это! Что это такое, ты видишь? Да! Здесь какая-то уже живность, какие-то букашки ползают. И глянь, неужели это Патрик? Здесь морская звезда разбилась, просто жесть. Просто посмотрите на это, неужели это Патрик Суприм Панды? Что это за слизь, ты видишь? Увижу. Что это значит, Панда? Просто жесть, я в шоке. Окей, что здесь еще было? Посмотри, в этой банке очень много какой-то слизи, ты видишь? Да. Что это за слизь, Панда? Это просто какая-то жесть, там реально очень много этой слизи, посмотри, как она тянется. Фу. Здесь еще есть какие-то две целые банки, ты видишь? Да. Тут тоже какая-то слизь, окей, давай посмотрим вот эту. Глянь, там что-то есть, ты слышишь? Давайте ее откроем и узнаем, что там. Это такая жесть, просто глянь, какая-то зеленая вода. Я просто не могу в это поверить. Глянь, здесь полная банка этих ракушек. Ты видишь? Да, зачем? Что все это значит, Панда? Просто глянь, какая-то зеленая вода. О, что господи. Это за бред? Я просто в шоке от всего этого. И глянь, там реально полно ракушек. Я никогда такого ранее не видел. Я реально ничего не понимаю. Тем не менее, здесь еще одна банка. Посмотри на нее. Окей, я пытаюсь ее также открыть, но здесь это слизь. Итак, Панда, я почти ее открыл. Давайте посмотрим, что там. Глянь, здесь все мокрое. Просто ужас. Вот это слизь. Это так отвратительно, Панда. Что это? Здесь какая-то черная вода. Ты видишь? Да. Чем вообще занимался этот Спанч Боб? Я просто в шоке. Что это? Господи. Здесь кто-то живой. Ты видишь? Да. Окей, я открываю это. Просто глянь на эту черную воду. Что это такое, Панда? Черт возьми. Я просто в шоке. Глянь, там краб. Неужели это мистер Крабс? Ты видишь? Господи. Просто жесть, Панда. Что это за краб? Я попытаюсь его достать. Ага. Черт, Панда, вы готовы? Господи, глянь! Чего это себе? Настоящий краб! Что он здесь делает? Я просто в шоке, что с этим Спанч Бобом Икзе вообще не так! То, что мы сегодня нашли, Панда, это полная жесть! Посмотри на мои руки! Я в таком шоке от всего этого! Нужно быстрее собираться отсюда уходить, пока нас никто не нашел! Мы реально смогли раскопать могилу Спанч Боба Икзе! И то, что мы нашли в его шкатулке, это полная жесть! Там был настоящий краб! Тем не менее, Панда, вот комменты из-под прошлого видео. Просто есть какие-нибудь шикарные, идеальнейшие комментарии. Ну а, бандит, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь что тебе нужно, это опуститься ниже. Нажать лайк, колокольчик, и все, про ты уже в новом видео. Лайк, колокол, коммент, и ты мной видео, бандит. И помни одно, оставайся таким шикарным. Пока!